Здраво! Администрация президента США Дональда Трампа открыла центр для помощи о действии нелегальных иммигрантов. Конечно, многие американцы данную инициативу не одобряли. Мол, очень уж попахивает расизмом. Расист! Расист! В центре запустили горячую линию, куда могут позвонить люди и пожаловаться на незаконные действия со стороны чужаков. Вроде бы схема понятная, но вот тут начались, так сказать, трудности перевода. Имя и фамилия. Гжегош Бженчушкевич. Бженчушкевич. Сотки лапу! Министерство национальной безопасности, описывая миссию центра, использует слово «alien», что на английском переводится как «чужак». Но еще оно переводится как «инопланетянин». И в связи с этим начали возникать серьезные проблемы. Американцы начали звонить на горячую линию и докладывать об инопланетянах, суперменах и других интересных существах, чем поставили работников министерства в тупик. Твоя мачеха не инопланетянка. Прошу тебя, брось свои фантазии. Думаешь, я не знаю инопланетян? Знаю, работа такая. Конечно, существуют более конструктивные способы выразить свое мнение, заявили представители миграционной службы США. Говорят, мол, сообщений о пришельцах настолько много, что жертвы преступлений обычных земных мигрантов попросту не могут дозвониться. Шутки шутками, а того и гляди, Трамп начнет строительство купола над Соединенными Штатами от инопланетных туристов. Еще и платить их заставит. До скорых встреч!